В Северо-Казахстанскую область поступила отечественная вакцина «КазВак». 2000 доз распределили между 4 поликлиниками Петропавловска и близлежащими районами. Противопоказания те же, что и у аналога. Это беременные, кормящие женщины, обострение хронических или острых заболеваний. Вакцина «КазВак» также двухкомпонентная. После первой вакцины ревакцинация осуществляется через 21 день. В ближайшее время ожидается поставка китайского препарата «Синофарм». «Спутник Ви» также имеется в наличии. Выбор препарата остается за прививающимся населением. По словам специалистов, препарат вырабатывает иммунитет на 2 года. Первый пример подал это наш министр здравоохранения. Он привился казахстанской вакциной. Ну, пока с ним все в порядке. КазВак – это тоже инактивированная, неживая вакцина. То есть после постановки данной вакцины заболеть коронавирусом от нее нельзя. То есть это инактивированный, неживой вирус, фрагменты вируса.